Друзья, всем привет! Это Илья, канал Мигрант Медиа. Я иду в Amnesty International, Большая Никитская, 22, корпус 2. Недалеко от здания ТАСС. Да-да, то самое информационное агентство. Те, кто родился в мое время, наверняка знают, что это за организация. Мы уже долгое время пользуемся отчетами правозащитной некоммерческой организации Amnesty International. Это очень известная во всем мире организация. Как раз вот эта вот акция протеста, которую устраивали гватемальцы в Мексике на границе США, в Тихуана, были фактически под поддержкой, находились под защитой этой организации. Благодаря Amnesty International они вообще попали в Мексику, их пустили в Мексику. Вообще Amnesty International организовывает такие акции каждый год. В мае они приходят на границу большим количеством людей, потому что мексиканцы слишком часто устраивают трудности, особенно гражданам Латинской Америки, гражданам соседних государств, которые хотят подать на убежище в США и не могут этого сделать, потому что их просто и банально не пускают. Не пускают мексиканцы. Так, мы ищем организацию. Это не то. Причем Amnesty International находится прямо напротив здания Московской консерватории.